За развитием ситуации на Покровском направлении, которое остается самым тяжелым участком фронта, сейчас следят не только в Украине, но и за рубежом. Российские оккупанты держат под прицелом Курахово, Селидово, Покровский, Мирноград. Последний находится всего в 7 километрах от гремящего фронта. Вот так сейчас выглядит одна из центральных улиц Мирнограда. По этой дороге лишь изредка проезжают волонтерские автомобили. Людей на улицах нет, сейчас комендантский час. И выходить местные могут на улицу лишь с 11 до 3 часов дня. Лишь после 11 на улицах начинают появляться люди. И чаще их можно увидеть после работающих продуктовых магазинов, которых в городе можно сосчитать по пальцам. Страшно. Страшно, конечно. Но вы против эвакуации? Не-не, мы будем уезжать. Пока просто животные держат. Темпы эвакуации в городе снизились, но все же желающие выехать есть. Жилье 83-летней Жанны Николаевны находится в многоквартирном доме. Но соседи женщины выехали. Пенсионерке страшно оставаться одной. Говорит, несмотря на свой возраст, она еще хорошо помнит Вторую мировую войну и оккупацию Киева, где родилась. Боюсь, усе боюсь. Уже такий возраст, що я ще ж германський узник. Пережила вже одну війну, і оце другу. А ми з'їдали все, що росло на землі. Все, калачики, паслін, масліна, ті кислички, отакі, грушки отакі були в ліску. Все з'їдалось до основання. Бабник такий от був, почистиш, як банан. Сладкий такий, цвіточки. Я і зараз бачу, вони цвітуть, ну не їла. У Жанни Николаевны почти не осталось близких. У женщины плохое зрение и проблемы с ногами. Но она верит, что к весне следующего года вернется домой. До весны поживем там, пока тут устаканится малость. Оно ж сразу что не, как не строится ж. Российскими снарядами город поврежден на 50%. Есть районы, куда возможно заехать только на бронированных автомобилях. Это один из самых небезопасных районов города. Он фактически полностью разрушен, нет электричества. Местные еще здесь по-прежнему живут, однако прячутся. Но и достаточно часто слышат звуки БПЛА в небе. Если раньше путинские войска обстреливали город преимущественно ночью, то теперь это происходит круглосуточно. Надо, наверное, выезжать. Большинство жителей города не отказываются от эвакуации, однако признаются, им страшно за свое будущее в других регионах. Люди боятся остаться ни с чем. Знаете, дочка тоже говорит, мам, ну то едем, как бомжи будем. Нигде не... Ну где ты будешь? Я ночами даже не сплю, все время трясусь. Хорошо. А каким-то этаж у нас вырывали он. Летело все, стекло летели, все летело. Страшно. По данным местных властей, на 2 сентября в Мирнограде остается чуть более 3000 человек и менее десятка детей.